Данный формат является характерным для этого канала, но мне все-таки захотелось сделать его. Все, что вы видите далее, может вызвать у вас рак головного мозга. Также, по идее, я должна испытать чувство кринжа, ну, типа того, ну, я уже давным-давно сдох от стыда, так что давайте начинать. Дело было в далеком 2019 году, когда активно обсуждался Хазбин Хотел, и всех щелей можно было услышать фейса, упаси господи, насмотревшись летсплей от всяких видеев с Куплиновыми, но еще и передачу этого полтергейста, ну вы знаете, да, при кого? Одна 13-летняя личинка, то есть я, решила тоже себя в этом попробовать. Сейчас мы посмотрим, каковы были ее результаты. Мне хочется сказать, что в самих видео будет максимально сжатое качество, потому что я из прошлого очень халатно относилась к своему контенту. Предлагает Sonic the Hedgehog 2, который вышел в 1992 году. Зачем нам нужна эта информация? Мы типа что, документалку смотрим? Тебе даже было тяжело убрать запись с экрана. Да. Ребята, я решила сделать обзор на видеоигру, потому что... Какой нафиг обзор? Название же написано «Прохождение». Потому что мы только ограничивались клипами, и то они были шиповские. Да ладно! И вот я решила, можно снять обзор на видеоигру, чтобы не ограничиваться клипами. Так, я только сниму первую часть на вот всю эту зону, а потом вторую часть будет на другую зону этой игры. Вторая часть, когда видишь? Скажу честно, управление тут немного тяжеловатое. Мобильные порты просто отстойные, ты с этим еще и не поделаешь ничего. Так, сейчас будет второй акт. Не хочу сказать честно, я девочка. Вот это поворот! Простите за название канала, просто дело в том, что телефон этот не мой. А вот это вот правда, потому что у меня был забаганный планшет, и мне оставалось только использовать чужой телефон. Я решила выбрать Тейлза, потому что Наклз не очень подходит. Вот. Я не знаю, почему в этой игре его так называют хвостиком. Может быть, это его изначальное имя? Ну, спасибо, что блистаешь своим дееспособным мозгом, что еще сказать? Или там дословно переводят? Во, я только что хотела это сказать, но видно, что надежды не потеряны. Да, я счастлива, наверное, не знаю. Дальше у нас идет самый скучный босс-файт в мире, поэтому я сделала монтаж, чтобы было хоть капельку интереснее. All you did is just some good fucking music that you had banged to forget all your problems and what's bothering you. So come on, raise the volume, it will soon feel good.
В общем, я победила Эггмана, и еще в конце что-то затирала про то, что будет вторая часть, но она так и не вышла, к счастью. И также всем хорошего дня. Adios. С вами была Макрота.